Наукоемкий бизнес получит поддержку Федеральной корпорации развития предпринимательства. 1,5 миллиарда рублей поделят между собой новосибирские компании. С потенциальными получателями льготных кредитов сегодня встретились генеральный директор корпорации Александр Браверман, глава региона Владимир Городецкий и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Подробности в нашем материале. Бизнес-инкубатор Наукограда Кольцова. Именно здесь прошла презентация приоритетных инвестпроектов. Гарантийную финансовую поддержку компаниям готова предоставить Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Сочетание науки, которое начинается со стартапа, и бизнес-инкубатора, который выращивает потом компании, доводя их до уровня промышленного производства, масштабирования и делая их способными работать на импортозамещение, нас в этом смысле, вот Новосибирская область для нас в этом смысле хороший пример. Всего на поддержку, а именно льготные гарантийные кредиты под смешную на сегодня ставку 6,5% рассчитывают 9 компаний. А это ни много ни мало 1,5 миллиарда рублей. В случае успешной реализации этих проектов, а практически по всем по ним, мы видим, что есть и рынки сбыта, и гарантированная выручка. Только по этим проектам, скажем, Новосибирская область получит 200 миллионов рублей дополнительных поступлений в бюджет. Это большое количество новых высокотехнологичных рабочих мест. Это импортозамещение, причем не просто, а высокотехнологичное импортозамещение и по вакцинам, и по шприцам, и по помидорам с огурцами, то есть самые разные области. По словам главы региона, с подобными мерами поддержки экономика Новосибирской области вырастет в разы. С таким активной позицией, меры поддержки, убежден, мы шагнем гораздо быстрее поиски и реализации новых точек экономики нашей области. Благодарен Александру Дмитриевичу, я помню, как он только первый шаг сделал на нашу землю, ну, уже участника праймерис мы с ним собирались, рассуждали, чем можно, просил, какие меры поддержки. И вот одна из была обозначена, поддержка малого среднего предпринимательства, поэтому спасибо за то, что слова не расходятся с делом, а вот нашли сегодня такое, провели совещание. В завершении презентации инвестпроектов и рабочего совещания Александр Браверман и Владимир Городецкий подписали соглашение о взаимодействии правительства Новосибирской области и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости УТС.